сажать стали, видите, с этой стороны крест-накрест поставили. Так, руки тебе вообще не туда пошли, вот так. Нормально? Ты немножко руки сжал в локтях, поэтому получилось... Да, поэтому вниз получилось. Они должны прямыми быть, вот так они идут, понимаете, от друг друга. Я вчера потому что работала, я еще бы сейчас по ней. От друг друга в сторону они идут. Прямыми, ой, прямыми. Дайте, сука, кайфую. Ну-ка, ну-ка. Сейчас боюсь сильно нажать. Да? Туда. Сейчас я управление положу. Попробую. Сейчас еще раз. Нет, так, если сторону будете делать, ничего не сделаете. Правильно, Машка? Не знаю уже. Так, а ты покажи. Только не соскальзывать, ни в коем случае нельзя соскальзывать. Иначе пойдет дисбаланс, с одной стороны вы надавите, с другой соскользнете, у человека замкнутся мышцы, понимаете? Соскальзывать ни в коем случае нельзя. Поэтому ищите, ловите, где вот эти гребни там находятся. Ну-ка, покажи. Да, правильно. Только можешь прямые локти. Прямые. О, вот так, да. И то же самое, в принципе, можно и здесь сделать. Хорошо. Угу. Все, скользнула. Скользнула должна. Виновата. В две руки. Раз, в сторону. Ушла. Одновременно. Не стоишь, зафиксировала, ушла. Угу. Вот, ушла в сторону. Ты соскальзываешь, но только вовнутрь. Вот. И вот здесь вот. Помните, я вам говорила, анатомически есть рост, где-то здесь, да? Ниже него, вот примерно там 3-4 позвонка, можно еще их повернуть вот так, относительно друг друга. Берем и в противофазе вот так делаем. То же самое, что здесь, только в вертикальной плоскости вот этой, в плоскости оси. Да. Ну, здесь легко. Да, тут очень легко. Здесь двигается. Да, ты правильно говоришь. Попробуем. Тоже прямые. Угу. Да, раз. Раз. Да. Ну, без соскальзывания. Ну, вот что-то ты без нажатия сделал. Все-таки чуть-чуть. Не жалко уже. Да? Давить. Так, Маша, я сейчас на себя нажму, хорошо? Вот смотрите. Нашли, да, вот эти косточки. И не боимся. Слышно было? Угу. Слышно было? Угу. Угу. Вот здесь уже все. Поворотик открой, не просто через нос. Да. И, соответственно, обязательно я вам говорю, здесь предупреждайте своего клиента. Что сейчас будет? Он ушел. Да, только здесь остался какой-то. Вот это ушел, по-моему. Ушел. Может, ушел. Ушел отросток, смотрите. Да, все ушел. Ну-ка, остеохондроз давайте посмотрим. Ой, сколиоз. Сколиоз, помните, когда мы разбили? У нас был сюда, пошел, вверх. Да. Здесь еще есть. Здесь, по-моему. Здесь есть, да. А здесь почти уже нет. А тут ушел. Вот эти вот грудной отдел, видишь, уже ушел у тебя. Сколиоз. Машка, мы тебя вылечили, дитё ты наше. Вот, смотрите.